Kas? Maru. Ну, все, приехали. Сейчас будем искать руду. Руда, короче, должна быть однотонной. Как печень должна выглядеть. Ищем труду железную, чтобы плавить. О, вот такие руды находим, чтобы полностью равномерно красная была, как печень. Темно-красная, вот эти. Вот хорошие руды. Обжигаем. Там печи. Она становится очень хрупкой. Это можно даже руками раскрошить. Сортируем хорошие куски потом и плавим. Ходила в машине. Здесь. Патриальный рух, Америка,
надо один килограмм тратить. Да. Отжиг железной руды, вот который берет. А это фурма называется. Фурма для печи. Сейчас его отжигать будем. Сначала разжигается костер большой, потом расстилаются доски пошире, чтобы можно было положить кули с рудой. И потом подвигается, когда температуру берет огонь, вокруг облаживается дровами, сухими дровами, чтобы руда горела. Ну, восстановление железа надо сделать. Это где-то от 400 до 80 градусов. Прямое восстановление железа называется. Это фурма. Она сделана из глины и этот шамотный кирпич, молотый шамотный кирпич. И вот когда она высохла, сейчас мы его отжигать будем, чтобы она плотная, этот керамический состав. Потом уже на печку будем вставлять и через нее воздух будем качать вовнутрь печи. Тебе Пользуясь случаем, передаю привет всем своим друзьям, знакомым, желаю им здоровья, счастья.
Темир, устраивай ты хохлал. А ну сюда тут сюда надо цеха. А ну бигер ну он орда, че она хотя хохлари. Эдер ого, хэп. Бигер хохлари. Если сухой день, тенья бассер, ого, тахан кали, ур тахан кали. Он его ладно бригин уже оголору сухую раны кустичные академии лего вырастают. Прошел успешно. Трещин нету. То, что надо. А так трещины часто бывают? Не, если сырая, то может лопнуть полностью. Поэтому сухую форму надо печку отжигать, короче, в печке. Нету, это очень даже хорошо. Иди в руку. Иди в руку. Как мы вот так? Раз, да? Нет. Тысячу или больше? Тысячу, да. Будем больше? Ты не туда, как нормально. Ох, иди в руку. Постепенно их надо. А, постепенно. Да.
Ухпауын екене бары құртай ба? Емін ақы, әзе түбай қайық әді. Бастар дейліктен бар дейді, тағы тұрттақ бұдан өтті. Вапши өзі несіңіздің. Тұрқыны бар бар шоқ кеткет. Кен, пасашты. Делаем уголь. Мы делаем древесный уголь. Древесный уголь для плавки стали. Ну, железо руды. При таком способе получается качественный уголь. Более плотный. Там. Вот. Ага. Эй, хайди хана. Эй, калым бола бермаң. Хайди. Эти бошка, үч култа качы. Эти бошка да. Мой ишта.
Заготовка древесного угля. Ну, это современное. Раньше яму копали, туда жгли, потом землей засыпывали. А сейчас вот используем бочки в данное время. И когда уголь образуется, мы его туда лопатой заполняем и накрываем. Закрываем, чтобы доступа воздуха не было. И тогда постепенно она остывает и превращается в древесный уголь. Сюда она. Алдынылар булла ана хитер умбулыкка хайын хиздер буласы. Кейн хаячка хох. Лейн. Алдына хох буланар. Без доступа кислорода.